начинаем удавливать, как мы это делали во вчерашней работе. Удавливать. В процессе работы могут появиться, ты видишь, вкуснятины. Не побрезгуй вкуснятинами. Более светлые облака, более темные облака. Не забудь потом картиночку эту взять с компьютера, хорошо? Более темные, более светлые. Прямо вот так вмазывательно. Ожидая удач. Удач укладки. Рано или поздно в каких-то местах начнутся вкуснятины нарочитые. На переднем плане плюс голубизна. Теневых. Голубизна теневых. Вот такой удар по холсту для вертикальности травы. Трава пошла туда вдаль. Чуть-чуть. Не надо выдавливать, смотри. Не надо. У нас сегодня палитр много, а нас мало. Бирюзовый с желтым. Сверху на темное. По макушкам уложим. Дальний план. Дальний план. По такой траектории. Как бы слоями, смотри, как бы слоями, которые друг друга заслоняют. Хорошо? То есть, если на переднем плане крупный слой, то дальше ступенями уходят все мельче. Теневая, световая, теневая, световая, теневая, световая, ступенями вдаль. Хорошо? Вплоть до разбела бирюзового, как холодный дальний цвет. Разбел бирюзового. Давай. Ты. Хорошо. У меня, конечно, так не получается. Пока. Ага. Так, облачочечки, которые там вторгаются. Вынула. Вынула. Подтерла. Взяла вещество на палец. И делаешь облачочечки. С верхней части они будут посветлее, с нижней части посмогли синичку с розовиночкой. Появилась тяжесть. Я пытаюсь вот это Так, для облаков расчистишь территорию, чтобы было где брать белый с нюансами. Идея моделирования вот такая.
сначала удавила, а потом заставляешь их виться. Согласна? Да. Удавила, потом заставляешь их виться. Краски. Краска есть, но ее не огромное количество. То есть деликатное количество вещества. Даже, может быть, сразу закладывать идею вот таким. Вот таким способом закладывать идею кардиограммочкой, идею облака. На переднем плане более крупно, на дальнем плане совсем мелко. Совсем мелко. Хорошо? Делай так. То есть вот эту площадку. Что-то получается, что вот тут вообще вот все стерло просто. Никак. Значит, смотри, с этими на переднем плане ты должна сделать их более легкими. Смотри, в том смысле, что внятный свет наверху, внятная теневая внизу. Вот такими должны быть. Чтобы была внятная световая. Не вот эти недомазюканности, а домазюканности. Ладно? Ладно. Ну, отличненько будет. Так, ну что, давай для настроения цветочков каких-нибудь швырнем. Ну да, чуть-чуть отвлечемся, а то я повисла. Потом еще раз. Значит, берем цветоники. И густенькой красочкой. Наращиваем. Немножко пляшущее состояние укладок. Более крупные тюки на переднем плане, поскольку это более близко. Желтый чуть-чуть мешает с краснотой, чтобы желтый не залез и от зеленого не потерял свое звучание. Согласна, да? А там уже помельче. Голубенькие, вот, или синенькие, даже вот отдельно синенькие замешать. Посмотрим, что сейчас. Ой, какие хорошенькие. Ой, какие выразительные. Ну, давай. Красота. Хорошие цветочки. Ну, в тени сделать серо-синий, да? Не знаю. Подумай. Смотри, надо сделать так, чтобы вот такого окружения не было. Да-да-да. А чтобы это сделать, нужно, чтобы эти цветочки заслонили дно. И оно сразу стало... Попало, ну как у тебя там и сделано, собственно. Ну да. Попало в эту среду. Здесь какие-то цветочки тоже чуть поднялись, чуть заслонили. Вместе с такими, с всякими. И тут они немножко... амфидиологи. Ну да, да, качество не должно быть, ага. То есть они должны подойти вплотную. А потом их чуть-чуть оттолкнем, если надо. Вот. Сложится. Так, немало у нас тут. Не слишком они выстроились. Ну вот это вот провальное место. Может быть, вот здесь посадим
меньшее облако, там больше, а здесь меньше. Да. Чтобы и соразмерности произошли разнообразные. Вот это касание тоже не очень пока понятно, как его сделать. Ну, может, просто цвет какой-то красивый. Сейчас. Ну, понятно, что цвет вести просто как красивый, с фактурой все. Быть. Как с фактурой быть. Забить ее там. У нас сразу даль такой появляется. То есть, чтобы и есть, и нет. Да, подтаяло. Да, да, да. Появился плоскость туда, даль. И уже небольшим количеством красочки чуть-чуть дополнить. Смотри, как бы бугор заслонил другой бугор. То есть идею бугорков по возможности тоже создать. Ну, такой уклончик чуть-чуть. Может быть, здесь какой-то уклончик создать. И туда вдаль поменьше вещества, пока не растворишься. Игорь, а вот это вот высветлим еще вот эту вот так светящуюся сделать. Давай, да. Она такая тупненькая. Ну вот эти просто. Ну, конечно, эти яркие. Вот ну там да, одинаково разбелов немножко можно добавить смело. Тут настроение сразу сверху создает. Да, хорошо, очень хорошо. Действительно. Можно даже залить немножко света. Да, я смотрю, вот здесь тут тёплое осталось. Вот эту часть. Вот она уходит сразу назад. Такой, кажется, есть, кажется, нет. Ага. Игра пошла. То есть вот таким затиранием цветовых пятен. Подпустишь, затрешь. Если надо, еще и здесь светлятинку. Обязательно такую разбеленную. Thank you.
Но это по-своему хорошо, но ты можешь розовинку туда наплетать, туда влить, розовиночку, и тогда она не будет зеленым совсем. А вот в этот розовый тоже разбел подсунем. Он тоже немножко простоват, мы его чуть усложним. Согласна, да? Можно еще потом какой-то полосу дать и ее удавить. Итак, у тебя вот здесь облачко, да, маленькое, да. Маленькое. А вот здесь вот это вот не надо? Вот поддай, здесь, конечно, оно поддай. Оно так хорошо как раз. Да. Значит, можно. Чуть-чуть еще натрешь, чтобы потом положить последнее в этом месте облачко. А гора нам там вдали не нужна случайно? Ну там... Вот нет, наверное, не надо. Можно только облака а-ля гора. Ну, облака. Чуть-чуть разобьем. Что, красивый там звучик. Вот это вот ее размазать или так оставить? Ну да, слишком активно. Она, ну, такая, да, она такая же, как здесь как получилось. На переднем плане это. Чуть-чуть, Не должно быть. Ой-ой-ой, какой облачко. Чурмое. Вот это, конечно, мне надо потренироваться. Я с таким трудом это делаю. У меня получается, когда я нажимаю, я начинаю все сгребать. Правильно, нужно вяло нажимать. Нажим вот этот маленький вот. Еще я вот тут вот накуролесим. Вот тут чуть настроил. Просто смотришь за краской, она следит за рукой. Корабль. Смотри, у меня сейчас одна гряда облака заслонила другую, да? Да. То есть это как очень такой пространственно выгодный облак. Так забелело. Смотри, прямо вот одна заслонила другую, другая третью. На палитре уже ткнут пальцем. Ну да. Некуда. Так широко. Я уже на другую пишу. На, вот выигрался. Так. А вот сюда, наверное, все-таки лучше как бы вдаль цветы, вот уходящие. Смотри, нити. Ну чуть-чуть заслоним это облачко. Thank you.
кидали. Ты потом все-таки белье сюда подгонишь, да? Потому что нигде нет чистых белил. Да. Так, ну давай еще что-нибудь. А, и вот этот нарядный цветик, бирюзовый с желтым, чуть-чуть поподсунуть вертикальками. А, я просто цветочки там подсовываю вот такие вот. Вот такими ударчиками. Причем ты видишь, я бью прямо по... По цветам. По цветам. Тут вот у меня там такое облачко, вот это розовенькое, оно интересное. Угу. Тут вроде все это. Ну, может, тут я что-то не так сделала. Облачко. Вот это вот еще такое некрасивое место. Может быть, для соразмерности, может, здесь девушка в форме идет, чтобы она выше облачков. А, над облака? Да. Да, можно. Это умеешь, девочка? Нет, конечно. Ну как, это было давно, я не рисовала ее вообще. Если не больше. Так что, девочка,
тебе это помог подвижку. Нет, а я не хочу. Так, сейчас потоньше возьму кисточку. Прикольно так или нет? В облаках такая. Феечка. Ну да, некоторые оторванные. Просветленные, еще все мокрые так. Вот эти птицы так красивые. Это прям как из того фильма, да, куда да. приводят мечты. Да, 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 точно. Вот там, видишь, эти поля с цветами такими массовыми. Получается кадр из фильма. Так, сейчас ручечка и чуть-чуть. Получается, смотришь вот с этой стороны, да? Ходишь, картина в стороне по центру, вот с этой стороны дорога. И вот здесь цветы были. Развлечения там, все такое. А если бы были бы в этой картине вот такие звездочки? Сейчас. Сейчас попробуем. Краски не хочет быть звездочкой. Ладно, не хочет. Я просто увидел эту точечку. Ну подумал. Да, и вроде как это. И по сухому еще можно было бы еще и звездочек подсунуть. По сухому тоже положить вещества, а потом его толкнуть вот крестообразно. А вот еще вопрос. А вот здесь вот не надо вот таких вот добавить вот более выраженных? Так, так, хорошо. Дальше, так, все, да? Вроде хорошо.
через что нужно? Ну, как-то доверяю, что туда идти ну, можно. Вот есть ощущение, что туда идти можно. Туда вот, да, знаю. Только вот с этой стороны. Здесь вот как бы идут облака, если вот с этой стороны, то вот здесь вот, ну, не знаю, может быть, я не права, вот сделать как тут, да? Чтобы ярко выраженных таких цветов не было, нет? Да нет, нормально. Вот немножко. А вот тогда горизонтальные эти приемы. В край можно немножко будет? Уйти, в ну, край чуть-чуть вот уйти. Вот так вот уйти, да. Вот коснуться края, чтобы это вот... Продолжением было, да. А так получается, что вот с этой стороны, туда вот входишь и пошла. Ой, вообще. Она могла бы, правда, и сидеть на облачке. Идти, это в следующей картине. Идти больше загадочно. Да, ну а в следующей картине она могла бы сидеть. Да. И можно сделать далее уже не зеленую, а такую вот темную, ну, то есть два тут свет, там это. Ну, в общем, да, можно на эту тему дурачиться. Или в руках держит облачко.